Здорово всем, ребят. Короче, смотрите, какая у нас здесь с вами фигня. Напоминаю, что у меня был вот такой вот замечательный, очень хороший термос Биосталь. Всем его рекомендую. Я пользуюсь им уже, ну, наверное, с момента покупки. Я, честно говоря, не помню, когда я его покупал, но думаю, что уже года два, наверное, он у меня в наличии. Можно посмотреть здесь видео на моем канале, которые я записывал, вот, относительно выбора. И, короче, выбрал вот этот Биосталь, ребят, литровый вот такой вот, очень хороший, значит, термос красненький. Все хорошо. Единственный минус, который здесь был, ребятушки, это у нас вот эта вот штуковина. Здесь металлическая штучка, вот эта вот, или, ну, я думаю, что металлическая, может, жесть какая-то. А вот эта штуковина пластиковая. Так вот, эта пластиковая штуковина, она вылетала. Я ее на клей посадил, и вроде все хорошо. Так вот, ребят, я столкнулся с проблемой такого рода, что когда я, например, нахожусь где-то за рулем, вот, то не очень удобно доставать постоянно из багажника, либо там откуда-то вот эту штуковину, откручивать здесь вот так вот и наливать сюда, останавливаться нужно постоянно. В общем, пока попил, пьешь немного, кипяток и так далее. В общем, я принял решение взять себе другую штуковину, и другой штуковиной является вот типа такой вот термокружки. Вот типа, как они называют ее, термокружка. Я не знаю, почему это именно термокружка, ведь абсолютно не похоже на кружку. Это точно такой же термос. Сейчас мы с вами его посмотрим. На 470 миллилитров. Выбираю я всегда для себя, ребят, продукцию по комментариям. И большое количество комментариев я смотрю, чтобы было у термоса, и большое количество и комментариев, и, соответственно, чтобы они были положительные. Естественно, если есть отрицательные комментарии, я, безусловно, тоже все это рассматриваю, смотрю, по какой причине есть эти отрицательные комментарии, и если комментарии полностью меня устраивают, значит, я буду этот продукт покупать и вам рекомендовать. Итак, ребяточки, есть вот такая вот штуковина сейчас. К сожалению, я не взял с собой, как он там называется у нас, ну, чтобы измерить вес. Но вот здесь вот мы видим, что это 470 миллилитров кружка. И вес у нас здесь фирма Лайма. Называется, ну, черт его знает, вроде как заявлено, что он должен сохранять тепло до 6 часов и сохранять холод до 18 часов. Брал я его на Валберисе, как ни странно. То ли Валберис исправился, то ли я что-то как-то вот. Ну, в общем, ребят, вот так, здесь веса я не вижу. Давайте посмотрим сначала эти два термоса одинаково. Ну вот, вот так вот они смотрятся. Этот на 1 литр, вот этот вот, а вот этот на 470 миллилитров. Я его брал именно для автомобиля. Вот, и мне самое главное, чтобы в автомобиль поместился, ну, вот этот вот, поместился в автомобильный подстаканник. Вот, почему я говорил про Биосталь вот этот, потому что я выбирал, тоже искал Биосталь, ребят. И, как ни странно, там я не нашел подобного формата, значит, термоса. Здесь такое покрытие приятное. Вот, но, ребят, вот это лучшее, то, что я увидел, то, что я нашел, и по лучшей цене. То есть, кстати, здесь цена я взял за 410 рублей. Вот эту штуку, на мой взгляд, это прям классно. Здесь, посмотрите, здесь есть вот такой вот, надеюсь, видно или не видно. Ну, очень надеюсь, что видно, конечно же. Есть вот такой вот, такая вещь, которая довольно четко, вот видите, да, вот такая вот штуковина. Это не дает открыть, в общем. Итак, должно быть, должно как-то вот так-то оно работать. Оп! И она автоматически открывается. Когда мы пьем, отсюда жидкость, ну, крышка не закрывается, на лицо нам не падает. Если мы закрываем этот, вот так пробуем открыть,
А он не открывается, значит, все работает хорошо. Царапин нет. Запаха нет. Опять же, открываем. Ну, потому что кому-то... Ребят, я очень хочу вам сразу сказать, не нужно думать, что за такие цены вам будут термосы, ну, скажем так, не проливаться. То есть они будут вообще без всего там, без всяких огрехов. Вот, короче, вот так вот оно выглядит здесь. Вот, вот так вот, вот так вот. Естественно, сейчас я ничего наливать не буду. Я, конечно, могу налить, ребят, но не буду. Вот, давайте еще посмотрим вот таким вот образом. Так, давайте я немножечко не подготовился чуточку. Сейчас врублю еще дополнительный свет. Опа. И вот так вот мы здесь видим вот такую вот конструкцию. Это прорезиненная штучка, здесь все пластик. Так, закрывается она просто. И опять же, открыл. Ну-ка. А там что-то... А там что-то есть. А что там может быть? А, по идее, она же должна открываться. Давайте посмотрим, ребят, что же там есть. Вот так вот она открывается. И там есть специальная штучка. Вон, видите? Оп. Вот, здесь у нас двуслойная колба. Состоит из... Так, а что, влажная? Нет, нет, не влажная. Колба состоит из двух слоев... медицинской, написано, стали. Вот так вот. Но она должна, по идее, закручиваться же, правильно? Так, все, я ее закрутил. Естественно, уже ничего не болтается. Оп, открывается. Но по большому счету, если вот такой форм-фактор, то крышка мне даже не мешает. У меня рост 187 сантиметров, вес под сотню, соответственно, лицо вы уже представляете, голова какая. Ну-ка, вот так вот он открывается, просто как откидной нож. Ну, то есть можно перед бандитами даже... Ну, он падать не будет, но вот эта штучка до переносицы достает. Если для кого-то это будет как бы важно. В общем, все, вопросов больше нет. Насколько я вижу, царапин у этой штуковины нет. Запаха, как ни странно, нет никакого. В общем, я не знаю, ребят, я буду позже вам рекомендовать. Примерно как и в прошлый раз я вам рекомендовал прошлый свой термос. Ну, вот из двух выбирал, показывал, какой я бы взял. Вот, поэтому данный термос пока не рекомендую, но по цене, извините, 410 рублей, мне кажется, вполне неплохо, чтобы вот так вот напиток поставить и чтобы он в машине ехал. Надо еще посмотреть вот этот диаметр, пойдет он, не будет он вот так вот там болтаться, потому что это не очень приятно, когда вот так вот в машине болтается. Вот. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. На этом пока все, ребят. На этом видос я заканчиваю, а дальше будет уже видно, что к чему. Увидимся, ребят. Всем спасибо. Пока-пока. До встречи. Ставьте обязательно лайк и подписывайтесь обязательно на канал. Это очень важно, ребят. Если я увижу, что кто-то не подписался, я приду к вам. Все, ребят, давайте. Пока-пока.